Всем привет, дорогие! Мы уже из дома выехали, поехали с Васей. Дома хотим тюль повесить, и не хватает нам крючочков, не хватает нам чего-то там еще. Вот зайдем в магазин, посмотрим, может, нет, есть ничего. Тюль. Нет. О, три капли дождя упали. Поедем в центр, может, там есть. У нас это видео поздно. Ничего не снимали. Васька так и ходит. В сандалях. Да, папка, ходишь в сандалях? Вась? В сандалях так и ходит. Навес какой ты хочешь? Да. А, вот, вот такой навес Вася хочет. Ну ладно, вижу я навес твой. Все, заехали, узнали. Тут у нас Ростелеком, а тут Рокет Телеком. У нас Ростелеком. Дали нам логин, пароль. И все. Женя уже убежала у нас на сольфеджио. А девчонки дома. Даже дома не захотела с нами ехать. Но мы сейчас поедем в центр. Нигде не можем найти эти крючочки. Ладно. Может, всю Ладожскую я объехали. Всю. Нету, что нам надо. Вообще. Менять гардины. Ну, не говори. Короче, нету. Не знаю, что делать. Ну, так повесим, будет болтаться. Слушай. Да. А если на кухне посмотреть? Может, там такие? Возможно, мы же не обращали. Точняк. Точняк, надо на кухне посмотреть. Катаемся уже 2 часа. 30 литров бензина сожгли. Да ну ты прав. Ну а чем занятия заканчиваются? 7? 7? Да. Она нам говорила, все у нее заканчиваются. Алина уехала, теперь папа Тому приучает помогать. Смотри. Говорит, подай шуруповерт, она подает. Скоро весь инструмент изучит. А что делать? Да, Тома? Да. Кому-то помогать надо. В общем, вот этот карниз мы приделали. И получается, что шторы сильно болтаются. Вроде, так, да, вроде мы нормально все измеряли. 3 метра... 2,75 шторы должны были, и все равно болтаются. Переделываем. Вот эти вот кусочки надо будет тоже подклеить. Тут у Наташи раньше они были. Этот карниз этот. Между прочим, в магазин захожу, и все говорят гардины. Карниз никто не говорит тут. Гардины, гардины. У вас какие гардины? Потолочные или на стену вешаются? Я говорю. Нет, на стену, гардины. Нет там. Что, в магазин ходила, Дарь? Надо будет отправить ребятишек за хлебом. Хлеба нет. Мы ездили по магазинам, даже за хлебом не зашли. Искали вот такие с папкой и крючочки. Все крючочки с пятачком. А нам не надо пятачок. Видите, вот такие нам надо. Нигде нету таких. Где у нас? Вчера вот приготовила. Сань, ну зачем ты пальцами в борщ лезешь? К гречке так никто и не прикоснулся. А я вообще не хотела борщ. А что ты хотела? Я хотела гречку. Наглая. Мама, она же недавно сосиску съела. Ну? И чё? Мама, она вот перец съела. Понравились вам сосиски? Да. Можно будет покупать. Не всякие сосиски детям еще нравятся. Мусорки нет. Что, тебе гречку разогреть, дочь? Нет. Я не могу. Не хотела борщ. Сейчас пойдут в магазин за хлебом, да, доченьки? Ну, умницы, помощницы.
Да, Дарина с папой вешают гардины, хотела сказать. Гардины. Принесли арбузы. Сейчас девчонки поедят, и я. Когда чай холодный. Мы шли. Ага. Вот это за арбузом. Ну, Саша со мной тогда тоже поделится. Ну ты же съела одну сосиску, Жень. Недавно. Ты только что съела сосиску. Конфетой. А, конфетой. Да, потому что она взяла, то не дала. Одна конфетка у нас, что ли? А я сказала, целый месяц покупать не буду. Потому что, мам, у меня зуб не растет. Ну? У меня мама туда растет. Вот именно. Никакой сосиски. Ой, никакой конфеты. У меня мамочка покупала, я все съела. Но теперь не буду ничего покупать. Угу, угу. Жень, ты что такая кислая? Ты устала, что ли, или что? Вот хлеба совсем нету у нас. Нет. Сейчас девчонки сходят. Сейчас я вам порежу его. Угу. Ну. На хлеб. Да. Покушаете, а мы попозже. Борщ еще есть. Где крышка от борща? Хорошенько размешайте. Томочка, ты что ешь маленькой ложечкой? Ну я вот. Папка попросил. Завтра еще гречка будет. И папка попросил перец нафаршировать. Завтра. Ну, что я себе прислала, что она взяла в выхватила. Я уже не лежала. Ну как дела в школе? Нормально. Саша выучила стих один, да, доченька? Уроки уже все сделала, Жень еще уроки делать, конечно. Так, ладненько, надо немного. Русские математику только задавали? На английский. На английский. Ну хорошо. Угу. У вас английский один раз только бывает? Нет, четверг и вторник. Угу. Дорогие мои, у нас уже вечер. Я пока телевизор смотрела, уснула. И все, конечно, у нас никаких съемок, ничего. У нас получилось только одно окно. И то, видите, надо там натягивать все. Мы сначала повесили, но получается тюль совсем легла на пол. Пришлось переделывать. Вот так вот сделали повыше немножко. Ну и стало лучше. Вот. На этом мы остановились, одну только сделали. Не хочу, чтобы оно, знаете, там вот... лежало. Да, чтобы на полу оно лежало. Я говорю, вроде как мы все рассчитали. Вот, ну, в ателье, где там, где покупали, где нам шили. Вроде все было нормально. Вот, вот так вот. Будет только тюль, конечно, больше ничего. Но я думала, совсем будет мята. Нет, оно, смотрите, немножко отвисело и стало лучше. Вот. Это там еще осталось. Угу. Ой, боже, конечно, их будет все три одинаковые вот такие. Завтра продолжим вот эту, поднимем немножко повыше. И все будет хорошо. Девчонки уже попили чай. Санечка, куда ты пошла? Да, будем пока говорить. Дарька. Ну, девчонки там чай пили. Что ты там нашла? СССР. А, это где мы обувь покупали? СССР. Ну, понятно. Девчонки смотрят Алису, как они домой вернулись, да? Интересно. Там, знаешь, сколько километров ехать? Там очень долго. Ну, понятненько, понятно. Там коты. Это мои любимые. Вот смотрите, какие мы искали сегодня. Так нигде и не нашли. Везде с пятачком. А нам надо было вот такие. На диване лежала, мам. Ну, мы взяли в этом. Вот. Да, ну, мы взяли на кухне. Там по-другому переделаем. Там белые. Ладно, не будем Дариночку ждать, где она там. А там белые или прозрачные? Они точно такие же. Всем пока, всем до завтра. Всем пока-пока.